маски, патчи для век, чтобы из азиатских век делать европейские. Кстати, у меня этого на канале много. Посмотрите макияж, который называется эльфийский мистицизм или лифтинг макияж век. В поисковичок вбиваете, и вы найдете. Значит, небольшое объявление. Большое спасибо всем, кто подписался в период с 30 октября по сейчас. Почему? Потому что у меня залило основную камеру, и я снимаю сейчас практически на калькулятор. Камера называется, я напишу как, она стоит всего 3000 рублей. И снимать на нее можно только в дневное время. И она хороша просто куда-нибудь поехать, потому что ее можно положить в карман. Это не та бандурина 2,5, 3,5 и более килограмм, которая отрывает руки, и ее страшно ударить, потому что там оптика и т.д. и т.п. Здесь никакой оптики нет, здесь нет ничего, что могло бы называться словом техники. В общем, это балалайка, это практически калькулятор, это то, на что я снимаю последнее время. В ближайшее время, в первых числах марта, моя камера возвращается ко мне. И, во-первых, будет и звук лучше, и картинка будет лучше. И спасибо тем, кто ждет этот момент вместе со мной, потому что, ну что можно снимать на калькулятор, девочки? В общем, и мальчики, кстати, тоже. Всем большое спасибо, что вы именно в этот момент подписались, потому что была какая-то часть людей, которые отписались. Ну и, как говорится, скатертью им дорога. Вот, попутного ветра, барабан на шею и все, всего хорошего. Поэтому еще раз огромное спасибо, и я объявляю конкурс, потому что в ближайшее время я буду делать зачистку косметики. Косметики у меня очень-очень много, она не расходуется. Я не успеваю ее расходовать, я даже не успеваю ее тестировать, настолько ее много. Поэтому анонс конкурса, он пойдет отдельным видео. И, девочки, скоро выйдет видео с большим разбором косметоса, потому что одна из моих подписчиц или ВКонтакте, или где-то мне написала: а что вы делаете с той косметикой, которая вам не подходит? Я написала: разыгрываю на канале. Этот момент настал. Я буду разыгрывать все, что мне не подошло, все, что я не успеваю использовать. Потому что часть я раздарила, у меня и соседки, и их подружек, даже какой-то ореол. Все снабжены моим косметосом, но по большей части там очень много, просто я пакетами это все. Я не выбрасываю, я подчеркиваю это для брендов. То есть, если мне не подошло, это подойдет кому-то другому. Если несколько раз я использовала продукт в разное время года и каждый раз нет, либо его не видно на фотосессии, я моментально сразу же как бы стараюсь просто его пристроить в добрые руки. Вот, не могу выбросить, тем более новый продукт. Так что подписывайтесь, кому это интересно. И будем ждать в ближайшее время конкурс. Я расскажу правила. И это будет для тех, кто со мной. Неважно сколько, день, неделю, год, месяц. Для тех, кто активен под видео, для тех, кому это интересно. И я помню свое состояние, когда я еще была не блогером, и я думала: боже, как, наверное, это здорово, когда много косметики, и у тебя есть возможность этим поделиться. Ее пристраиваю в добрые руки. Всем всего хорошего!